Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущие Екатерина Остапьев и Сокач Тимофей. Тимофей – победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна». Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». Спасибо газете «Волна» и компании «Альфа-Окна» за сладкий приз. А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет». Сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И сладкий приз от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». Первым определим победителя розыгрыша «Кроссворда». Сегодня в нем участвуют 17 человек. Между ними разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет». Крути сильней. Итак, первый приз достается Татьяне Фокиной. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвуют 4 человека. И обладателем сладкого подарка от грузоперевозок «Муравей» становится Степан Дитковский. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». И последним победителем на сегодня становится Наталья Сметанина. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». Также сегодня мы подводим итоги ежемесячного конкурса еженедельника «Волна» для наших читателей. Чтобы стать участником, достаточно было купить нашу газету, вырезать купон и, заполнив его, отправить к нам в редакцию. Сегодня мы разыграем 6 призов. Первым определим обладателя сертификата на 1000 рублей от магазина «Строймаркет». Итак, обладателем сертификата становится Власенко Александра Артемовна. Поздравляем! Сейчас разыграем сертификат на комплексную мойку легкового автомобиля от нашего постоянного партнера автомойки по улице Островского, 52. И обладателем сертификата становится Шагинян Светлана. Поздравляем! Третий приз от объединения «Волна» – сувенирная продукция. И ее выигрывает Алдошина Альбина Николаевна. Поздравляем! И в заключении нашего розыгрыша мы определим 3 обладателей сладких призов от магазина «Аляска». И первым становится Шульгина Марина. Поздравляем! Второй. Ишимова Елизавета. И последний. Фамилия непонятная, мы вам позвоним. Нина Яковлина. Поздравляем! А мы с Тимофеем прощаемся с вами. До свидания. Увидимся ровно через неделю.